Тарелка овсянки на завтрак даст тонус коронарным сосудам. Лучшее, что может сделать для своего здоровья сердечник, начать день с тарелки овсяной каши. Это отличный завтрак, сытный и обеспечивающий сердце жирными кислотами омега-3, фолиевой кислотой и калием. В сочетании с высоким содержанием клетчатки эти элементы помогут вам понизить холестерин, очистить сосуды и поддерживать их в тонусе. Полезнее всего крупа грубого помола. Чем крупнее зерна, тем больше в них клетчатки. Если вы используете овсяные хлопья, то давайте предпочтение тем, которые грубее. Они прошли меньшую обработку, поэтому в них содержится большее количество клетчатки. Высокое содержание клетчатки в овсяных хлопьях положительно сказывается на работе сердца, а также способствует снижению холестерина и очистке кровеносных сосудов. Немаловажно то, что в овсянке много магния. Магний, как известно, отвечает за мышечное расслабление. Чем оно глубже, тем выше сократительный потенциал мышцы. Нехватка магния в диете – это всегда падение мышечной силы. Крахмала в ней меньше, чем в прочих кашах. И плюс ко всему, в ней есть так называемый бета-глюкан. Это особые пищевые волокна, которые, растворяясь в кишечнике, связывают холестерин. Их полезные свойства доказаны в серьезных исследованиях. После этого в США на упаковках с овсянкой официально разрешили писать: растворимые пищевые волокна овсяной каши могут уменьшить риск развития сердечных болезней, если они используются как часть диеты, содержащей мало насыщенных жиров и холестерина. Совет кардиологов: есть овсянку ежедневно, а готовить ее можно в самых разных видах. Замечательно.